Я делаю эфир в 7 часов вечера. Энтони. Аня, привет. Спасибо, Лёва. Кто и дела? О, гантели завтра буду качать. Мышцы в зале. Спасибо большое. Блин, сейчас я чуть-чуть телефон подготовлю, потому что я не скучно тебе. Спасибо за мороженку. Спасибо большое. Не скучно мне? Нет, мне не скучно. Ладно. Ладно. Are you from Russia or Ukraine? I'm not from Russia or Ukraine. I'm from Canada. You understand English? Of course I do. I live in Canada, so of course I do. I speak three languages, actually. So I understand. You should learn Hungarian. It's really simply to learn. Firstly, I want to know English fluently, and then I will learn another languages. The plan is to learn English, and then to learn French, and then we will see. Вас в Канаде празднуют этот праздник? Я не знаю. Не знаю. Наверное. Аня, срочный вопрос. Привет, я ждала. Все хорошо, как у тебя? Какой вопрос? Мастомарит, я шлах англит мушлемет. Кин, авал... Царих ларим, ישראלים ישנים היום. Кин, кула мои бомесибот. Свято, спасибо. Осипова, Маня, Шма, все хорошо, как у тебя дела? Мне еще делать огромную лабораторную по биологии. Thank you, Anthony. Do you have? И завтра на эфире будет стоять букет, то значит точно празднуют. Мам, you had bish мне бемерц. За ема еще, ама, ты мной дым? У меня все отлично, я втихаюсь в майках. На Spring Break будет уже. Вот ты прекрасно. Спасибо большое. Блин, я тоже уже хочу тепло. У нас так холодно, боже. Answer me. What do you ask? I don't see anything from you, Anthony. Про что лабораторное? По биологии, про всяких бактерий. Учитель, как ты можешь приехать, сказали, что что-то сейчас GPT. Да, может. Они как-то проверяют, но я не знаю как на самом деле, потому что я знаю, что очень многих людей ловили. Love you from Lebanon. Love you from Canada. Меня еще пока не ловили, но надеюсь, не поймают. Не матерись! Не матерись! Делай, пока не спалят. И все. Давай будем делать вместе, вдруг кто из биологов здесь сидит. Это про одноклит. Да. Ну, мы делали, в общем, мы с микроскопами смотрели на бактерии. И поэтому нам нужно писать теперь лабораторную работу. Там не сложно, это просто очень длинно и муторно. Привет, привет. Love you from Universe, girl. Thanks. Влад, спасибо большое. Не матерись. Ну мы же приличные люди. Where are you living? I'm from Canada. Да-да, игнор свои ЛП. У меня нет ЛП. Все. С 8 марта мать, пусть за тобой бегает мужчина, как волк зайцем. Спасибо. Ты типа в те лабораторный под... Да. Boy, stay focused. Exactly. Oh my... Ну ладно, я тебя... Все, все. You have no right to say anything. Nope. She gonna kill me for this. She literally gonna kill me for this, guys. I muted her. I'm sorry.
Понимаешь, мне звонили из рая, сказали, что сбежал ангел. Я тебе спасибо большое. Как тебя? Мейдж. Ассист, я не знаю, вы супер привет, сбоку. Спасибо большое. Что такое чат GPT не успел оставить технологии? My friend is like really mad at me right now, guys, because I muted her. У меня задание по химии написать любовную записку от лица молекулы воды. What? Hello? Excuse me? I don't get it. People mad at me because I speak a lot of Russian and I don't speak English, so I'm gonna answer you in English. Да, моя. Yeah, I can tell. Ты студентка? Мне 18, я в школе еще. Ослепли. За что? Лада Тов, я моя самех. Я моя самех, Лада Тов, Хэмчер, Хэмчер, Гурджис. Anthony, what did I do wrong? I answered to you. Your Russian is a beautiful language. I know, but a lot of people can't understand. 18 в школе, у нас здесь 12 классов, плюс я приехала сюда в 16 лет, и я остаюсь здесь в школе еще на 2 года, чтобы подтягивать английский. Ma, yom yamaysha, bishmin lamerz. Check Insta if all of you. I can't do it right now, but I'm definitely gonna check it later. Я знаю. Close your mouth. Сюда это куда? Ты русская? Нет. С праздником. Спасибо большое. У меня он, кстати, еще не наступил, но спасибо. Would you trade love for money? No. Okay, don't forget. I will not, don't worry. Ты откуда? Я с Канады. When did you come to Canada? Almost 2 years ago. Ну ничего, Максим, больше ты не увидишь мои трансляции. Очень просто. А, если это просто записка, то все хорошо. Thank you, Anthony. I love Russian. I know Russian too, but like a lot of people can't understand me, so that's the reason why like I'm gonna speak. Ma, а то саб TikTok. TikToking? Лада, если ты здесь, извини, украинка. Нет. Ты дуже красива. Спасибо большое. Пожалуйста, не красьте волосы. Я не буду. I will buy a wig, guys. It's done. I will buy a wig. I'm not gonna touch my hair. I swear. TikToking? Can't mouse him on the TikTok. Hello from Albania. Hi, how's it going? How's your day, guys? Ты любишь? Всех люблю. Tap on the screen, please.